Все, мне кажется, выравнивают. Все сейчас на 90 градусов. Должен уйти. Да. Не, пойдет, мне кажется, не? Вот он ровно, гляди, мне кажется. Сейчас уже ты переломал его, не? Да, вон, да, переломал. Добрый день. Как я говорил в своем предыдущем видео, я ушел с компании, которая мне давала приглашение для заезда в Польшу, и решил поменять компанию и пойти работать на автовозы. Автовозы изначально мне были более интересны, потому что профессия требует физических усилий, физического какого-то движения. Автовозы более оплачиваемые, скажем так. И с автовозов ты, чтобы устроиться на автовозы, надо пройти обучение. И в самом начале пути это сделать гораздо проще, чем когда ты уже имеешь стаж. Тебе, чтобы снова идти на обучение, терять какое-то время, соответственно, терять зарплате, мало, так себе удовольствие. Вот. И поэтому в начале пути можно отучиться на автовозы, и после этого уже, если вдруг что-то не понравится там, то можно всегда обратно сесть на штору или на рефрижератор, можно на бочку. На бочке, как показывает практика, нужен все равно опыт. Вот. И этот опыт в автовозах очень, мне кажется, поможет. И мне здесь вот нравится. Сейчас уже несколько дней работаю в этой фирме, заключил договор, получил приглашение. Условия замечательные, отношения прям человеческое, прям человеческое. Вот. Дальше буду держать вас в курсе, чем занимаюсь, как работается. Спасибо. Развернули установку. Сейчас машину будем загонять. Я даже и не думал, что такой геморрой заезжать на машине на автовоз. Оказывается, есть чему поучиться. Так, не торопись. Давай, ровно держи. Давай, ровно идешь. Ага, ну давай теперь назад. Надо. Опять уходишь вправо. Нет, уходишь вправо. Да, вот. Еще подровняй, вправо опять уходишь. Я просто по дыркам смотрю. Вот сейчас ровно, вот сейчас вот держи ровно, и все будет офигенно. Вправо уходишь опять. Вправо уходишь. Ровно держи. Выравнивай, держи ровно. Все, скажем,
такая длинная, она, по-моему, даже длиннее, чем полуприцеп. Но с другой стороны, ей удобнее управлять. Работа, конечно, очень интересная. Сейчас загоняли машины, там видео прикреплю. Вот. Ну так себе стрёмно, особенно когда ее спускаешь, еще когда тебе подсказывают, нормально, а когда не подсказывают, можно и уронить ее.